Часть четвертая. Уже сейчас будем разбирать раму. Вот такой вот шикит дизайн, тут накручено все. Примерно тут руль по-коферейсерски. Вот эти еще амортизаторы стоят. Возможно, будут стоять амортизаторы с Сашанов, но это не точно. Вот как-то так. Чуть-чуть на мойке побывал, но это ему не помогло. Тут все в масле и в говне. Вот как-то так. Вот это все держит вот так вот просто. Шикарно. Тут тоже наваренные дропы, все круто. Вот такой вот вид у нас получается. Давление. Бежим за водой. Колян, подержи аппарат, пожалуйста. Бля, все поздно. Шахидная штука. Продуваем после моечки с сжатым воздухом. То, что на моечке не было пистолета с сжатым воздухом, да. То он полностью сгниет. Короче, мы его собрали, он уже первые такие тестики были, намотали аккумулятор, вот, и вот как так получилось. И сейчас мы проедем себе при нормальном свете, а не при том, котором было темно.